возможностей. Здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей приобрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу, не только найти работу, но просто у нас, особенно государственные работы, вообще оплачиваются никак. Здесь государственные работы как-то считаются очень престижно. Ну, люди здесь по-любому жалуются, но я им говорю, слушай, сиди и не жалуйся, и радуйся, и будь счастлив. Хорошо, причем у меня в Молдове родители работают, получают там какие-то копейки в каждый месяц, еле-еле считают, стараются за себя заплатить, стараются. Я никогда не жалуюсь, у меня всегда все считают, что было, но у нас 100% не было такого, что здесь в Америке у людей по 3 машины, и они еще считаются бедными, или, не знаю, как бы... Я считаю, что мы жили в тот достаток для нас, но по сравнению с Америкой здесь это считается очень бедно. Так, и самое нелюбимое, то что я считаю, что иногда не все люди, но здесь люди, они не понимают и не ценят то, что у них есть. Там, допустим, мне своих друзей нужно постоянно уговаривать пойти куда-нибудь там. Пойдемте посмотрим на голливудский сайн, знаете, когда там это над горой написано Hollywood, пойдемте посмотрим там, или пойдемте в Сан-Франциско, посмотрим на мост. Для них это, да шо, пошел мост, видел, 100 раз уже видел этот мост, зачем, идемте в мол. Для меня это шок, ты что, ты же здесь живешь, тут такие красивые места, города, вещи. Для нас это такая мечта, просто там быть, сфотографироваться, не знаю, увидеть. Для них это, ну и что, ну и пошли, я лучше пойду в мол, куплю себе новые джинсы. Но это не все, это, я не хочу generalize, говорить, что все такие, но много из моих друзей не такие, к сожалению. Анжелика говорит, ну, наконец, расскажи о самом переезде, как и почему, как ты адаптировалась, родители, как дальше развивалась и пришла к YouTube. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить, и не знаю, я...